Адвокаты казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемые в контрабанде наркотиков, повторно подали апелляционную жалобу. Эту информацию нашему каналу подтвердил адвокат подсудимой Сункар Нурмагомбетов. Защита и родные Акжаркын намерены добиться от суда еще более мягкого приговора. Апелляцию должны рассмотреть в течение полугода. Есть вероятность, что оставшуюся часть наказания Акжаркын будет отбывать в Казахстане, сообщил Сункар Нурмагомбетов. Напомню, девушка была задержана в аэропорту Гуанчжоу в марте 2014 года. Около двух недель назад в гуанчжоуском суде пересмотрели дело казахстанки, но приговор о пожизненном лишении свободы оставили без изменений. Да, жаловали, подтверждаю. Обсуждая вообще вопрос отбытия наказания в Казахстане, все-таки, наверное, надо учитывать апелляционную инстанцию в Китае. То есть она должна пройти всю иерархию, все судебные инстанции на территории Китая. То есть только после этого возможна процедура передачи. И вероятность есть, так как есть международное соглашение между Китаем и Казахстаном о передаче. Мы, как защита, настаиваем на оправдательном приговоре.